Приветствую всех, товарищи, с вами Shadow Master, и мы продолжаем проходить игру Texir Inc. Кстати говоря, сколько там будет стоить тиран? 30 бунтов. Она не стоит того. Давайте пойдем дальше, до Туркмении. О, кстати говоря, само на Катар перебросилось. Я думаю, раз она сама перебрасывается, там можно вообще не беспокоиться. Что по рейтингам? Все так же 6 стран. Я говорю, Иран сколько? 26 очков для победы. Ну, недостаточно много. Ну, сейчас надо будет сосредоточиться просто на налогах. Прибыль. Самый большой показатель, да? 28 мунтов. 8 мунтов. Можно будет тогда 2 принять. Я говорю, так нельзя посмотреть. А блокировать тоже нельзя. Четыре и семь. Давайте реально пока доходик повысим. Я думаю, где-то когда будет 500, мы можем уже принять новые законы. Ну, 500 уже почти наступило. Да, и теперь уже можно без зазрения совести принимать новые законы. Налог на бездетность. Прибыль недели плюс 20. Здесь бунты плюс 9. Все, у нас бунтов 17. 17 бунтов. Он получается стимул к росту. И граница не помеха. Чуток не хватило. Да, надо получается больше откладывать. Надо откладывать гораздо больше. Все равно много. И вот какой у меня доход, сейчас это непонятно. Вообще непонятно, какой у меня сейчас доход. Вы сказали, что меньше 158. Странно, все так же 6. Они вообще никак не думают умирать с такими-то бунтами. Вообще не понимаю, как они так живут. Доход неплохой, но нам нужно больше, еще раз больше. Попробуем принять вообще все налоги. Может быть, что-то изменится с этим. Ну, давайте 600 накопим, да. Давайте лучше 700. 700. А где тут прибыль самая максимальная? И пока что я видел 12. Возможно, есть и больше. А может, вот 14 есть. 14 неплохо, я считаю. Так, давайте прибыль в неделю вот так. И пока что нам, наверное, будет целесообразнее 10 откатить. О, да, как тебе такой, Илон Маск? Дать деньги Илону Маску. Просто выделите ему денег, ВВП сам начнет расти. Не знаю, при чем тут ВВП, если у нас это уменьшает бунты. Бунты минус 10. И что у нас там дальше? Нам нужно найти, где можно бросить один из бунтов. 12. Вот 11. Это 206. А налоги 74. А нет, это не то. Вот, 84, ну, нам, в общем говоря, хватает, более чем. Все, бунтов нет. Можно будет закон тогда каким-нибудь попринять. Хотя нет, выгоднее просто вложиться в МВФ. Вау, очень неплохой доход. Ой, Иран стал японским. Вот черт. Япония, походу, выиграет. Да, у Японии, конечно. ВВП в 6 раз больше, чем у нас. С ней вообще тягаться невозможно.
да, мы, конечно, самая отсталая страна. Я просто не совсем понимаю, как в это играть еще. Три страны, но у них куча бунтов. Я не понимаю, как они не умирают вообще. Я сейчас думаю, увеличим доход до 158. И после чего откроем уже полицию. Чтобы понять, что там вообще есть. Но там тоже, как я понял, просто моты можно будет убрать. И уменьшить революцию. Ну, может быть, еще очки диктатуры. Сами спросили 0. То есть они еще могут стоить что-то. Сколько ты стоишь? 29 мунтов. 10 очков победы нет. И на кого сейчас мы влияем? Вопрос. На Кувейт. Ну, Кувейт фиг с ним. Так, все, время принимать новые налоги. О, вот, кстати говоря. Прибыль плюс 15. Вау. Бунты 12. Бунты 13. О, вот бунты 12. И еще нам дадут очки диктатуры. Вот получается, Платон. Грузовой транспорт оплачивает пошлины в зависимости от веса и пройденного расстояния. Прибыль на неделю плюс 15. Муты плюс 12. Ну, мы их сейчас бросим. Железнодорожный бум. Расширение сети железных дорог. Вау, класс. А что-то еще есть деньги? Бунты плюс 13. Здесь где-то, по-моему, тоже было 13. Здесь 26. Ну, в общем, нам хватает. Прибыль в неделю. Аукционный сбор. Увеличить отчисления в бюджет с аукционов. И экономика. У нас получается обновление подземки. Новые ветки метро в ключевых городах. Уменьшение бунтов на 13 очков. Класс. Бунтов 0. Экономика расцветает. Я этому несказанно рад. О, кстати говоря, у нас уже доход 156 или даже больше. ВТО. Богатая страна уважает торговых партнеров. Ложите 1155 ВТО. Ну, ради прибыли я готов. Сейчас вложим... немножко сместил наши приоритеты. Уложимся в ВТО, а после чего уже откроем полицию. Потому что прибыль вообще лишней не бывает. А, стоп, мы уже почти вложились, да? 1155. Да, все. Увеличить торговлю до 360. И нам это даст бонус 40. Тогда в итоге будет 400. Класс будет. Будет прекрасно. Рейтинг все так же 6 стран. Я не понимаю, они реально не действуют. Ну, вроде как бы стран стало меньше, но... У там Бутанов по 280 бунтов, и он вообще не умирает никак. Ней. У нас еще дней лет 6 еще, наверное, осталось. Ну да, чуть больше 6 лет, как я вижу. Так, и давай бюджет 1000 очков. Что нам даст полиция? Разблокируем. О, это нам дают и ВВП, кстати говоря. И бунты, диктатура. Ну да, как я и думал. Но все равно интересно. Бунты минус 15. Ну, 6 тысяч. 2 тысячи. Тысяча. Не, для нас это очень много. Для нас это очень много. А сколько тут? Плюс 20 прибыли, но при этом бунты 14. Бунты 14. Здесь можно 12 убрать. 7. Так, сколько у нас там надо было? 14 бунтов. Значит, 7 и 5 нам подойдут. А здесь есть 5. Где-то здесь, по-моему, было 7. Нет, я ошибся. А, нет, здесь было. 225. 345. Ну, накопим 400. Копим 400, у нас доход станет еще и еще больше. Но для победы нам нужно 550 очков. Пока что из всех стран, которые у нас есть, этого явно не хватит.
все у нас уже более чем достаточно. Уничтожаем. Принимая новые законы, помощь одиночкам, выделить дополнительные средства родителям-одиночкам. И новое искусство профинансирует несколько независимых фильмов. Бунты. Не понял. А почему у меня 7 бунтов? Должно было быть вообще-то меньше. Ха. Непорядок, непорядок. Я, наверное, опять что-то не то посмотрел. Опять я что-то не то посмотрел. Ну, пока в полиции ничего не принять не можем, потому что у нас совсем, банально, нет денег. Что нам нужно? Если мы это примем, у нас еще нужно будет где-то сбросить 3 бунта. Как бунта минус 3. Сойдет, сойдет. Нам что-нибудь подешевле бы. Ладно, не настолько дешевле. И нам нужно сбросить... А, тут уже совсем не хватает. Ну как, еще пару дней. Поддержим наш бюджет и все хватит. Вот все. День единства. Единство, 67 тысяч. Сколько нам дает КВИД? 34 бунта, ужас какой. Но зато 17 очков. Ну оно там. Влияй на кого хочешь. На Саудовскую Аравию тоже можно, хотя ее Япония захватывает. И нам нужно увеличить торговлю до 360. Странно, все так же 6. Япония уже 2000. 2000 очков. Ну, уже понятно, кто победил в этой игре. А я просто хочу посмотреть, что у меня вообще получится. 159 ВТО. Нам нужно не ВТО ложиться, а чтобы торговли стало много. А я пока что думаю просто в налоги уйти. Сейчас накопим 1000. А попримем побольше налоговых законов и собьем их. А законами в экономике. Денег станет больше. И всего станет лучше. Уже 700, уже недалеко до заявленной цифры в 1000. Ну блин, Япония, конечно, вообще уже все тут позахватила. Еще Бутан, конечно, неплохо, но Бутан уже сливается. Он уже на третьем месте. Он уже на третьем месте. А, игра остановилась, понятно. Уже 2026 год. Уже прошло... Сколько? Если мы начали в 22-м, то 4 года прошло. Так, давайте примем законы новые. Ну, больше налогов. Королю налогов. Можем, получается, земельный сбор сделать. Увеличить ставку земельного сбора. У нас еще больше прибыли. Нет, еще больше. Где здесь остальные такие вкусные законы? Но, как я вижу, здесь только на 11 осталось. Давайте примем на 11 мусорный сбор. Вести сбор за несортированный мусор. При этом бунты 31. Это очень много. Мы сейчас сбросим инвестиции в будущее, выделив гранты на развитие стартапов. И осталось 11. 11 бунтов. 11 бунтов вообще никак не хотят. А, у нас, кстати говоря, есть. То есть можем, кстати говоря, и диктатуру прокачать. И... Муду сбросить. Весомый заработок. Получение квот на экспорт металлов в соседние страны. Революцию сбросить и это. Чистое небо. Создать систему грантов для борьбы за экологию. Минус один из бунтов. Классно, классно, классно. Новую экономику мы тут приняли уже наполовину, как и, в принципе, налоги. Хотя у нас есть еще законы. Законы и полиция. Но полиция очень дорогая. А что ее будем качать в последнюю очередь? Ну да, я как я понял, мы должны, получается, принять все налоги,
принять почти всю или всю экономику и законы, и уже за счет полиции чисто захватить оставшийся мир. Посмотрим, посмотрим. Получится у нас так или нет. Пока будем качать в ВТО. Сколько? 306. 360. Но это еще очень много. Ой, да. Ход хорошо капает. Хорошо. Но я думаю, опять накопим сейчас 1000. И будем чисто вкладываться в налоги. Очки диктатуры 6. Но этого явно недостаточно. Блин, вот если бы еще Рёль сама по себе падала, было бы вообще шикарно. Но, к сожалению, разработчики нас такой возможности лишили. И обязательно надо будет, конечно, захватить Китай. Без него вообще никак. 800, 900. Уже почти 1000. Вот уже даже больше 1000. Будем опять принимать налоги. Но здесь, к сожалению, осталось все помаленьку, по 11. Давай-ка примем 2 по 11. И у нас 35 бунтов. Это очень много на самом деле. Полиции у нас вообще тут ничего нет. Сколько? О, кстати говоря. Можем биржа идей провести. И здесь где-то должны быть где-то 5 бунтов. Вот сюда. Биржа идей. Провести конкурс стартапов. Бунты минус 30. И диктатура людей. Замечательно. И новое искусство. Профинансировать несколько независимых фильмов. Это все прекрасно. Но чем больше... Блин, ну тут налоги уже как бы мало дают, а вот бунтов много. Вот реально. Прибыль в неделю плюс 3, но бунтов... А прибыль в неделю даже плюс 1, но бунты 19. Это очень невыгодно. Я думаю, принять все законы, которые дают нам больше 11. Точнее, только 11. Судя по всему, это у нас один закон остался такой. А здесь идут дальше по 87. Ну, 8 еще более или менее. Да. Налог на доброту. Прибыль в неделю. Сейчас давайте накупим. Еще побольше денег. 500 накопим. Там посмотрим уже. Да, все, накопили. Вводим налог на доброту, ввести налог на благотворительные фонды. Вообще, значит, ужасно. Но таков капитализм, как гласит великая табличка из Хойки. И нам нужно 19 бросить. 19. Есть 12, а есть 7. Да, кстати говоря, есть 7, есть 12. А что будет, когда сокращаем 12-7 правильным? 19, ну точнее прибавляем. Модернизация дорог. Провести ремонт дорог местного значения. Моты минус 12. И социальная помощь. Проиндексируй пенсионные и социальные выплаты. Монты минус 7. Диктатура плюс 1. Ой, замечательно. И получается... Получается, теперь можем захватывать новые страны. Сейчас накопим, конечно, денег. Нет, давайте сначала увеличим торговлю до 360. Надо будет и законы принять какие-нибудь ради этого. А, мунты минус 1, но это уже поздновато. Вот 80 тоже, кстати говоря, торговлю увеличивает. Вот так, мы приняли молочные квоты, уменьшение ограничений на ввоз молочных продуктов, уже когда читали, и закон о контрабанде. Увеличить наказание за контрабанду. Увеличение торговли. Классно. Классно, замечательно. И дальше все остальное уже ВТО. Значит, все остальное уже пойдет в ВТО. Сколько? 330, а нам нужно 360. Можно будет тогда еще какой-нибудь закончик принять. Надо будет обязательно отжать Китай. Я полагаю, наш захват мира должен начаться с Китая. А чем, у меня дохода не хватит? Вот это новость. Она будет в полтора раза выше. А сколько Китай стоит? 524. Это доходом в неделю, как я понял.
Мунты 83. Даже не знаю. Давай в это пока прокачаем. Теперь быстрее. По-моему, вообще нет. Торговля так 360 и не добрались. Давайте пару законов примем. Так. Закон о массовой застройке. Разрешить закупку для муниципалитета иностранных стройматериалов. Больше торговли. Все. Увеличить доход до 330 в неделю. Боюсь, я смогу это только при захвате новых стран. Так, ну смотрим. 490. Да, кстати говоря, все-таки дает это бонусы. Зря гнал. Можем тогда сейчас приценить пару стран новых. Катар, Кувейт. 36 бунтов. 36, 32. 32. 45, ужас. 30 бунтов. 6 торговли. Ну, 2 очка всего. Есть 12 очков, кстати говоря, 22 миллиона, неплохо. Я полагаю, что мы начнем захват мира, как я уже говорил, захвата Китая. А самое главное, просто бесконечно вкладываться в МВФ и ВТО. О, 415, идеально. Так, нет, я хотел посмотреть. О, в рейтинг. 6 стран все так же. У нас уже 14 ВВП. Все-таки выросли. И неплохо так. Доход в ближайшее время я увеличивать не планирую, честно говоря. Сейчас накопим 1000 и будем просто принимать законы. А по поводу увеличения торговли и МВФ. Больше, конечно же, будем в организацию вкладываться. 2000 дней осталось. Ну, вроде уже не все так печально, как в прошлый раз. И законы. Законы. Нам нужно просто торговля. Без бунтов. Вот ВВП плюс 22. Замечательно. А, нефтяные квоты. Повысить квоту на импорт иностранной нефти. Оборонная инициатива. А, это мы не приняли. Дерегуляция алкогольного импорта. Увеличение импорта. Упростить ввоз элитного алкоголя. Оптимизация дорожной сети. Передвигаться станет проще. Сделать некоторые платные дороги бесплатными. Забавно, что в других законах налоговых у нас идет как раз таки в обратную сторону. В обратном направлении, а именно увеличение дорог платных. Точнее, перевод бесплатных дорог в плат. Указ об аграрном импорте. Усилим аграрный сектор, упрости ввоз иностранных комбайнов. Принимаем. Остаток деньги мы вкладываемся в МВФ. Потому что у нас ВВП не успевает за торговлей. Так, до захвата Китая нам остался всего один год. На самом деле даже меньше. Потому что мы сейчас будем еще принимать законы. И еще сильнее увеличивать показатели торговли и ВВП. Еще сильнее. Так, ну давай сейчас. Еще подождем до 1000. До 1000 монет, до 1000 золотых долларчиков. И опять вложимся. А, 982 придет. Закон о дикой природе. Никаких гостиниц в заповедниках. Законодательно запретить застройку заповедных зон. А, закон минимального комфорта. Комфортные дома ужесточит требования к благоустройству новых домов. Торговля плюс 12. Квоты для мигрантов. Работа для граждан. Ограничить въезд трудовым мигрантам. Как это нам даст торговлю, я не знаю. Так, тут бунды. Зеленые поправки. Увеличить штрафы и ужесточить экологические нормы для предприятий. Торговля плюс 8. Ну и деньги заканчиваются. Лицензия на junk food. Ужесточить требования к производству снеков. Ну или есть кто-нибудь такой же алфа, как я. Ну не алфа, а старпер. Хотя мне не нравится это слово на самом деле. Это означает просто вредную еду. Ну, фастфуд и так далее. Ну, снеки это закуски, там всякое печенье. Ну, только с упором на то, что оно реально является неполезным. Печенье там просто прикольное. А джанкфуд конкретно не полезен. Так, производство. Так, точнее, не до захвата. 309. Сейчас подождем, когда будет 300, и вложимся опять в МВФ.
Давай. Ну, меня, кстати говоря, пугает то, что тут еще и Сири захватывает. Я не знаю, перепадет нам что-нибудь или нет. Пока вкладываемся просто в МВФ. Нет, вообще, на самом деле, ничего не изменилось. Прям ничего. Жаль, что непонятно, сколько у нас дохода. Вообще непонятно. Ну, сейчас опять будет 1000 доход, 5000 бюджета. И опять попринимем законное увеличение торговли и ВВП. А, так, что у нас без бунтов. Закон о качестве молока. Усилить контроль за качеством молочной продукции. Лицензии на игрушки. Усилить требования к качеству детских игрушек. А, прокатные нормы. Всего одна торговля, но сколько стоит? Ужесточить ограничения для кинотеатров. Не принимаем. Закон об экзотической еде. Больше выбора, больше конкуренции. Уменьшить ограничения на ввоз экзотических фруктов. А лицензия на клубничку. Дадим людям больше выбора, уменьшить стоимость акциза на продукцию для взрослых. Открытая игорная лицензия. Откроем больше казино. Удешевление лицензий для игорного бизнеса. Антитеррористический указ. Борьба с угрозой терроризма. Запрети въезд гражданам некоторых стран. Вот это, конечно, понимаю, как увеличить ВВП, но все-таки недостаточно. А тут налоги уже особо много денег не дают. Ну, можно, конечно, попрокачать, на самом деле, еще. Это даже выгодные. Все равно. Так, ну, Китай реально очень долго захватывается. Я думаю, пока будем делать так по дефолту. Но, к сожалению, захват Китая не увлечет. Точнее, мы не можем ускорить захват Китая, к большому сожалению. Как я понял, захват Китая стоит 369. Кстати говоря, с другой стороны, можем сейчас просто накопить денег, чтобы сразу там вынести все бунты. Потому что если мы захватим его неподготовленными, там получается, где рейтинг? В рейтинге пишут, а нет, не рейтинг. В Лене пишут, что у Китая 89 бунтов, а в реальности там, скорее всего, будет больше 110. А сегодня, я думаю, поиграли достаточно, поэтому увидимся в следующей серии. С вами был Shadow Master. Всем всего хорошего.